Владивосток, 10 июня, РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объяснил участие в прямой линии чиновников разного уровня необходимостью персональной ответственности. Прямая линия с Путиным, где он ответил на 79 вопросов россиян, состоялась 7 июня. «Мне пришлось, и это очень хорошо, и я готов это делать дальше, отвечать прямую на некоторые вопросы, которые граждане формулировали. Но это даже не то, что я выступал в роли арбитра, но я привлекал для ответов на вопросы граждан тех людей, руководителей отраслей, которые отвечают за тот или иной вопрос, за то или иное направление», — сказал Путин в интервью в программе «Итоги недели» на НТВ с Ирадой Зейналовой. Он напомнил, что персональная ответственность за принятые решения и за достижение целевых показателей должна быть усилена. Персонификация должна быть очевидной. Вот с этим, в том числе, и связано выведение на экран на всю страну тех людей, которые отвечают за решение того или иного вопроса. Страна их должна знать и видеть. Вот я думаю, что мои коллеги и вот эту ответственность дополнительно еще почувствовали на своих плечах, отметил президент.